Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я приветствую тебя на тренинге автострахования как способ переехать жить в теплые страны. О чем будет этот тренинг и что тебе нужно здесь делать? Тренинг об автостраховании, такие продукты как ОСАГО, КАСКО, зеленая карта, ДОСАГО. И, может быть, немножко поговорим в этом тренинге о страховании недвижимости. Смысл профессии, смысл конечного результата этого тренинга – то, что ты сможешь дистанционно, живя в Таиланде, продавать страховки клиентам мультифинанс. Доставлять эти страховки будут уже мультифинансисты, которые работают в Петербурге, а ты будешь жить и работать в Таиланде и отсюда заниматься продажами. Да, эта профессия связана с продажами. И здесь мы будем очень много тренировать навыки переговоров с клиентом по телефону, по имейлу, техники и многое-многое другое, много интересных вещей. Этот тренинг бесплатен. Но у нас есть предварительно интервью, потому что мы не берем абы кого сразу, да, мы берем людей в команду, но мы тоже не сильный фильтр выставляем. Этот фильтр сильный начинает действовать буквально через неделю, через два. Почему? Потому что каждую неделю у нас есть жесткие дедлайны. Если ты не выполняешь домашние задания, мы тебя из тренинга выгоняем. Все очень просто. Если ты делаешь результаты, мы готовы тебе учить, потому что у нас есть вероятность того, что ты добьешься результатов и подключишься к нам в компанию. Если ты не хочешь работать, не хочешь двигаться, не хочешь тренироваться, ну, значит, тебе не в нашу компанию, потому что удаленная работа требует очень много ответственности, очень много знаний, очень много обучения и так далее. Поэтому через два месяца уже будет Новый год. И мы запускаем этот тренинг в ноябре, но второй поток. Поэтому я предлагаю тебе быть одним из лидеров и делать домашние задания как можно быстрее. Почему? Потому что именно те, кто раньше всех сделают домашние задания, те, кто сделают это лучше всех, кто добьется поставленных результатов, те уже в феврале будут работать в нашем офисе в Таиланде. Желаю тебе удачи. Еще немножко расскажу про сам процесс работы. То есть ты получаешь домашнее задание. Пока ты не сделаешь текущее домашнее задание, ты не получишь нового. В этих домашних заданиях будут касты, записаны видеозаписи, тренинги и так далее. Когда ты дойдешь до определенной стадии, мы уже будем вживую общаться, я буду проводить тебе живые касты. Все, удачи, добивайся поставленных целей, счастливо!